Так, друзья, всем привет. Сейчас время 7 утра. Мы находимся в парке города Лоха. Отсюда отправимся в небольшой трекинг. Пойдем мы по маршруту Лоха-Вилкабамба. Здесь на входе в парк висит плакат, что вы можете пройтись по этому маршруту. Я такой посмотрел на этот плакат и как герой сериала «Как я встретил вашу маму», сказал: «Вызов принят». И теперь мы направляемся в поход. Взял с собой термосок с чаем, бананчики, булочки и камера. Я думаю, этого хватит. Так, сейчас проложим маршрут на телефоне. Он говорит, что я перейду через 7 часов. Включим музычку на телефоне. И погнали. Life is not a highway strewn with flowers. Still it holds a goodly share of bliss. When the sun gives way to April showers, here's the point that should never miss. Though April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. So if it's raining, have no regrets, because it isn't raining rain, you know, it's raining. Итак, пройдено 6 километров. Я свернул с трассы. Трасса оказалась вон там наверху. Но пока особо какой-то красоты нет. Поэтому идем дальше. Будет что интересное с ним дополнительно. Showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. So if it's raining, have no regrets. Так, очень интересный момент. Нам дальше надо идти вперед. И пока не представляю, как. То ли дорога здесь была, и оползнем ее снесло, то ли Google карты ошибаются. Хотя, я думаю, дорога была раньше. Недавно город, неделю назад, город Алауси оползнем снесло. Прямо там много пострадало. Так, в общем, пока не знаю, что делать. Так, попробую здесь залезть. Если не получится, придется возвращаться. Thank you.
нашел какую-то другую дорожку. Здесь растительности поменьше, но все равно не хватает мачете. Сейчас посмотрим, сможем ли мы тут пролезть. Блин, вот эта хрень мне и там не давала пройти. Так, кажется, опять надо искать другой путь. Так, я куда-то залез, но смогу ли отсюда спуститься, это еще вопрос. В общем, мораль такова. Не верьте Google картам. Так, спуск есть, но я уже потерял дорогу. Кстати, когда я шел там недалеко, была дорога. Ой, не дорога, а маленькая деревня. Не могли местные сказать: «Эй, гринго, ты куда идешь?» Застрял на 8-м километре пути, короче. А, ну вот, в принципе, можно речушку перейти. Перешли, надо найти дорогу, и я думаю, возобновим наш маршрут. Это вон там обвал был, и там я вверх вот так получается обошел, тут спустился. Нашел какую-то дорожку. Уже хорошо, все, иду по ней. Так, вот он, выход на дорогу. Осталось преодолеть колючую проволоку. Видно, чей-то участок. Не знаю. Опасненько. Тут надо совершить прыжок веры.
Все, я на дороге. Да, вот, Лоха Вилкабамба. Экологическая тропа. Тропа Кахамума. Ну, идем. Чувствую, по этой тропе 100 лет никто не ходил. Что опять? Еще один обрыв дороги. Ну, здесь хоть просто. Великолепно. Я встретил собачек. А вон, кажется, выход на нормальную дорогу. Итак, я вышел на трассу. В общем, я помечу, где сходить не надо, потому что дороги там нет. Впереди табличка «Вход в национальный парк Подокарпус». Но мы туда не пойдем, потому что там еще больше петлять. Идем по дороге сейчас. Вот он, парк налево, а нам по дороге. Памятник корове. Вот он, дорога. Так, вон там съезд, написано «Песка Депортива», то есть спортивная рыбалка получается. Ну, а я иду дальше. Дорога идет вниз, поэтому идти легко сейчас, и это дорога. Небольшой привал на остановке. Пройдем 13 километров.
такая остановка. Пока отдыхаю, можно немного рассказать про деревню Вилкабамба. В общем, как я почитал в Википедии, там сейчас много иностранцев живут. Я не знаю почему. Наверное, климат там хороший. В общем, там считалось, что там в этой деревне живут долгожители. Но потом ученые усомнились. Когда один из них приехал туда, ему один человек сказал, что ему 80 лет, а через год, когда он приехал, он ему уже сказал, что ему 90 лет. И потом они как бы поняли, что жители деревни привирают свой возраст. И на самом деле там, ну, в среднем живут как обычные эквадорцы. Такая история. Да, кажется, начался дождь. Так, пошел дождь. Иду где-то уже 3 километра под дождем. Мелкий. Но я прошел уже полпути. Вот осталось 19 километров. Где-то 20 я прошел. Иду по дороге, то есть здесь пока трасса. Так, видела. Так, небольшая передышка на остановке. Мне идти туда. Тут, оказывается, можно было тоже не по шоссе пойти, а по вот этой дороге. Не знаю, насколько там дорога цела. Сейчас смотрите, прикольные растения какие. Дожди, кто идет, то нет. В общем, пока продолжаем маршрут. Смотрите, вон внизу что-то прикольная речка. Но дороги там нет. Поэтому продолжаю идти по шоссе с рекламной Renault Duster. Такие дела. Время без 15:12. Какая-то маленькая деревушка на трассе. Церковь небольшая. А там домик с бассейном. Прикольно сделано. Прошло 22 километра, время 12:06. Короче, какая-то фазенда. Тут есть сход с дороги на вот такой вот мостик. И там есть мостик. И можно посмотреть на речку. Да,
Так, смотрите, сейчас идет сход с основной дороги. И осталось совсем чуть-чуть. Если эта дорога есть на самом деле 7 километров. И я прихожу в Вилкобамбу. В общем, практически вся дорога. Это я по шоссе шел. И вот сейчас участок не по шоссе. Посмотрим, будут ли там какие красоты. Домики прикольные, такие маленькие, частные. Дачи. Все еще поднимаюсь по обходной дороге. Смотрите, какой вид. Тут в основном финки стоят. Финка — это типа ферма с домом. И вон продают. 4000 метров квадратных. Можно купить и выращивать бананы. Вышка сотовой связи. Кстати, большую часть пути оператор Туенти у меня не брал. Сейчас только появился интернет. Сейчас скоро должен выйти на основную дорогу и там уже дойдем. Дом. Так, выхожу опять на дорогу, осталось совсем чуть-чуть, 4 километра. Не налево. Так, друзья, я практически дошел. Вот уже все, плакат. Сейчас посмотрим чуть-чуть город. И, деревню, вернее. И поедем обратно. Так, смотрите, какой граффити есть. Сбоку горы, кажется, пойдет дождь. Центральный парк Вилкобамбы.
маршрутике. Показывает 47 тысяч шагов или 56 километров, но там скорость меньше будет. По трекеру потом посмотрю. В общем, что я скажу, никакой там красоты, какой-то экологической тропы не было. Вся дорога практически по шоссе я шел. Та, что дорога не по шоссе, и где я свернул, ее размыло, короче, оползнем, и там пройти нельзя было. В общем, никакой тропы особо нет.
были, конечно, ответвления там в парке. Можно было зайти. Но если я пошел еще туда, то я не знаю, за сколько я бы дошел. То есть, наверное, к вечеру. Так я где-то в 3 часа уже был. Но если бы не дорога, где был облзин, я бы, наверное, в 2 часа пришел. Вышел в 6:30. В общем, смысла особо выйти нет. Если хотите Вилкобамбу, возьмите автобус. Билет стоит, кстати, $1.90. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока, до новых встреч.